арбитр Алексей Чугриев, судья всероссийской категории Приволжский федеральный округ, боковой судья Артур Адамян, судья всероссийской категории Южный федеральный округ. В красной форме Алексей Иванов, мастер спорта международного класса, представляет город Москва, является двукратным чемпионом мира по самбо. В синей форме Асатурн Кадзаев, мастер спорта, представляет Республику Татарстан, является серебряным призером чемпионата России 2018 года. Внимание, уважаемые победители и призеры весовой категории 64 килограмма у женщин, 74 килограмма спортивное самбо у мужчины и 82 килограмма боевой самбо. Просьба собраться для церемонии награждения. Правая ручка, правая! Да. О, хорошо. И еще сам. Вытягивай. 2 минуты прошло. Значит, половина боя есть! Лёха, сам! Половина есть! Да! Да! Давай. Вот так! Альман! Хорошо! Проход! Проход, Леша! Опять, Леша!
нам надо. Да! Надо, надо, надо. Работа, Ази! Минута! Бери захват, Леха, прибивай, бери. Все, все, захват. Спасибо, красный, спасибо. Леха, прибавь, прибавь. Да. Бери, бери, сам. Да. Красный, спасибо. Леха, может, может. Джеб Лоу! Возьми, захватит. 40 секунд, Леха. Да! Леха, да, сам, надо, надо, Леха. Красный, спасибо. Хорошо, еще. Спасибо. Еще, Леха. 30 секунд, удержи, удержи! За что? Борьбу не дай! Двигайся, двигайся! Двигаться! Да! Двигаться! Лёх, бери, ударь, ударь! Да, еще! И в ножки! Азик, ноги, один проход! Один проход есть! Лёх, может, может! Стоять! Где здесь?